Ну что ж, всем здравствуйте, всех приветствую, мы продолжаем проходить Far Cry. В прошлый раз мы остановились с вами на том, что выплыли из какого-то корабля, да, там, нашли данные, нашли компас, который поможет нам найти меч. Ну, как назвал наш лангер, ножик. Да, меч, конечно, нет. Или не меч, я какой знаю, конечно, это. И сейчас нужно поговорить с Баком. Вот, поэтому, Саш, подобно надевать блютик, затем при этом пить, лучше при этом чаепитик в питье или питье, да, при этом просмотром. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Так, чё, let's go к Баку. Да уж. Блять. Ой. Хорошо. Там аванпост, да? Это аванпост? О! Как раз. Как раз мы хотели же, да? Мы же хотели с вами. Let's go. Кстати, белый лист тоже очень нужен. Мишка. Две сигналки у них здесь, если что. Просто СВХ, блядь. Все, Мишка помог нам. Вот так вот. Я пришел. Что за хрень? Если ты знал, куда я собираюсь, почему Джейсон, не сказал? Джейсон. Не кипятись ты так. Я с тобой в игры не играю. Я просто зритель. Но я жду хорошего шоу. Дай пройти. Нет. Сначала преподам тебе урок истории. Готов к этому? Тогда слушай. Представь. Здесь мы видим настоящую иронию в чистом виде. Чёртовы япошки. Они создали какую-то особую организацию, чтобы найти забытое богатство и тем помочь империи. Но ребятки не знали вот что. Они построились прямо над этой хренью, что искали. Ну давай спроси, что они искали, Бак? Нет. Высечь бы тебя. Да посильнее. Но знаешь что? Я лучше высеку Кита. Они искали Чао Сука Яна. Флагман. На котором ходил знаменитый китайский адмирал по имени Джен Хэ. Херня в том, что он умудрился скрыться с кучей добра. Включая, да, мой чертов нож. Это все. Береги себя. Урок окончен. Я убью этого ублюдка. Мы знаем. Ой, что осуждаем. Вот на та самая сейчас будет нелюбимая моя. Да, нелюбимая моя. Этот, миссия. Здесь все сильно разрушено. Куда, блядь? А. Ага.
сюда. Это нам надо такое. Ну ладно, ну ладно. Что ты здесь кроешь? Что ты здесь кроешь? Да. О, черт! Здесь люди Васа? Представляешь? Неожиданно, да? Вот этого чела я вообще тут не помню. Ну ладно, let's go. Ебать, чего вас тут так много-то, ребят? Блять. Сал хуя.
Ты все, блядь. На этом все и закончилось, в принципе. Бля, вон там где-то должны быть какие-то. Ага. Вон там где-то какие-то есть ящики, я помню, блядь. Ну, чтоб не удлинять серию, да, мы пойдем дальше. Бля, лук, кочегу, тема. А, где он? Опа. Нас сразу заберем. Так, let's go дальше. Все, вперед. Да-да-да, мальчик, иди туда. Так они ищут японский нож! Блин, вот тупой! Китайский кинжал, тупина! Да подожди ты! Я же не ёбаный! Поехали! Так проще просто. Так реально проще. Продолжаем. Ну что сказал? Даже... Опа-на! Тема тут очень нужная сейчас. Давай. Так, патрончиков, то есть не, ничего не будет такого. Идите в бункер. Давай войдем. Я, наверное, зря, да, я беру с собой дробаш. Да. То есть это та миссия, которую думают, лучше вот с этим. Ля. Ля-ля-ля. Здорово. Эй, ёбана. Лебезяна. Лебезяна, стой нахуй. Понятно. Ебись, ебись, все. Ебать. Охуеть, прикинь. Поплыли, блядь. Ну, скримлеры за что? Непросто. Я же говорю. Не просто так, не просто так. Ну там что-то, наверное, еще было. Так, Джейсон, сыграем выигрыш. Работало. Mm-hmm.
охуенно. Мне нужен тот уступ. Два ключа. Легко. Жест гнилой. Типа головоломка, понял? Типа головоломка. Блять! Ох, помню, когда я первый раз проходил. Вот, я, блядь, не мог найти, блядь, что. Я не мог. Что такое, я не мог найти и не мог понять, что делать вообще. Не просто так здесь дают. Что? Это то, что я ищу? Может, можно было там залутать? Как ты меня находишь? Я знаю. За тобой же тянется след из трупов. Тебя и слепо-глухонемой найдет. Впрочем, мне все равно. Ты идешь? Давай, дай руку. Я не нашел нож, доволен? Не-не-не-не-не, Джейсон, я недоволен. Просил найти сраный нож, но ты не можешь, потому что слишком ленив, чтобы просто его принести. Заигрался, что ли? Хорошо. Мы с Китом тогда тоже во что-нибудь поиграем. Я нашел только это кольцо. Так оно же явно от компаса. Ну давай, засовывай. Это что за чудеса? Мое сердце трепещет в предвкушении. До встречи, Джесс. Ты знаешь, куда я могу пойти, да? Нет, друг. Знаю, куда идешь. Так, еще куда нам? Ну, потом этот залутаем. Куда нам здесь? А, сюда. Поехали. Давай свое задание, ебать. Как? Ты дурачок. А ты не быстро сюда добрался. Лично я боюсь, что у тебя пропал энтузиазм. Но, Джесс, не волнуйся. Взять Кита. Кит теперь все время плачет. Он становится нытиком.
Заткнись. Не-не-не, у нас опять урок истории. Слушай, помнишь Джен Хая? Его корабли везли богатство для династии Мин. Помнишь? Да, мистер Баксер, конечно, помню. Отвечай так. Когда я задаю вопрос, ты отвечаешь, ладно? У долбанного Джен Хая был капитан Лин Кон. И Лин Кон решил, что одному лучше, и ушел на судне Чао Янг с трюмом полных ценностей. И поселился прямо тут. Начал порабощать местных, но Джен Хэ... О, чертов Джен Хэ, нашел и потопил его империю за пару лет. А что с сокровищами? Отличный вопрос, Джейсон. Умный. Сокровище? Сокровище. Неизвестно, где они. Не на судне. А Лин Кон? Ублюдка тоже не найти. Этот чертов клад искали все. В том числе и япошки. Весь остров перерыли. Но никто не знал, где он. Ты уж не мешкай, Джесс. Иди. Удачи. Угу. Поехали. Сейчас будет хорошо. Сейчас будет хорошо. Либо, скорее всего, там миссия, которая мне не очень нравится. Не моя, ну, моя нелюбимая. Иду прямо под обвал. Сраные повстанцы! Подавитесь, герой! Блять, ну то... Чё за хуйня, бля? Понял. Класс. Иду прямо под обвал. Прикинь. Кидается он, блядь, этот меня вообще бесит нахуй. Проверишь? Поехали, бать. Пиздец, блядь. Спробуешь, блядь, пытаешься нахуй. По стелсу хуять, реально, с лука, просто реально, ну, нормально так. А тебе говорят, пошел-ка ты нахуй, дядя. Бля, ты ебать-то заметный, но... Вообще-то я не в настроении для барбекю. Я тоже.
А можно мне мой стрелы вернуть, нет? Хуяна, вернули стрелы пиздато. О, стрела. Плюс одна. Да ебать, ну. Да уж. Да, одна стрела всего лишь. Пиздец. Ой, блядь. Надо притормозить. Пососал хуя. Блядь, сейчас тут тяжеловес сейчас должен выйти. Бля, охуенно, мужик, стреляешь, слушай. Блядь, что тяжеловес должен выйти, я рот ебал его, блядь. Я помню это. О, блядь. Чё, куда дальше мы, блядь? Бля, я застрял, что ли? Блядь, брат. Я застрял, слышь? Я застрял, блядь! Какой через мост, нахуй? Бля, не могу выйти, слышь? И чё мне делать? Взял, просто застрял, охуенно. Пизда там. Продумано, главное. Главное, продумано. Снайперы. Надо притормозить. Блять. Давай, показывай. Вот так делают. Не ожидал? Не ожидал, ёпты. Я тут нахуй же. Чё, как там мужики-то делают? Покажешь, может? Просто интересно, реально. Ой, блядь.
Бля, вроде бы-то она. Вроде бы-то она, та самая миссия, которая мне не очень нравится, блядь. Которая, бля, помню, прям пиздец, отсидел, задрачивал, блядь, думаю, раза в 5-7 проходил только. Ладно, let's go туда. Там какие-то нищечки есть. Да уж. Все что ли? Да, не густо, ну ладно. О, ну let's go, чё. Еблан, что ли, где, блядь? Видимо, огонь, что? Вперед, взять его! Бля. О! Потерял его. Помогите! Поехали, блядь. Все, банчик нахуй. Ты там внимательно смотри! Что, орут, блядь? Он исчез! Опять! Найди его! Не давайте уйти, как в прошлый раз! Что они там делают, блядь? Теперь ему не уйти! Придумал. Обрушу крышу. Тут ничего. Повторцы играют с нами. Вижу его! Там! Ему не приятно! Да заебали, блядь! Пизда вам. Да, съели, конечно, блядь. Позавтракали, ёпты. Да. Хорошо. Блядь, я запомню это. Типа здесь тоже можно было обрушить, понял? Ну ладно. Да уж. Давайте с лута просто. Опа. Попробуй.
Да, это не страшно. Да. Тупик. Бля, ну большая локация. Довольно-таки. Разве здесь нет ништячков? Оказывается, нет, ну ладно. Тут должен быть выключатель. Ой, бля. Блядь. Пиздец. Вот эту миссию, кстати, я не помню. У меня плохое предчувствие. Ну, здесь я помню, что будет, но в целом миссию саму не помню. Интересно. Здесь не выбраться. А, я помню, что будет. Часть компаса. Все рушится. А сейчас мы должны меч найти, да? На мне жучок, да? Да ты мой любимый ученик. Эй, не подходи. О, так теперь ты тут главный, да? Гектор, я тут, похоже, больше не главный. Так что разбирай все. И не забудь вспороть кита от паха до шеи, ладно? Стой! Постой. В чем дело? Ты здесь главный. Гектор, все хорошо. Я снова главный. Да не трогай кита. Нет. Так, как успехи с ножом, а?
Думаю, я близок. Близко, сэр. Ты шутишь? Ладно, ладно, близок, сэр. Давай, собирай компас. Ну все. Я отчаливаю. Удачи. Охуенно. Бля, ебать меня бесит чуть-чуть. И куда нам дальше? Собственно. Ебать, ты что нахуй? Ну, подожди, блядь. Указывает вниз. Да? Где привет? О, что ж ты. Учим историю. Могила Лина Кона. Есть легенда, что он стал типа фараона и заставил местных построить ему гробницу, прежде чем Дженхэ сжег его империю. Никто не знал, где эта гробница. Но у меня есть догадка. Бон вояж, друг. Не проблема, сделаю. Блин. Бля, где? О, нашел. Ой, бля, вот она там миссия, да? Вот она там миссия, нахуй. Угу. Да, блядь. Ты нахуй. Что они тут делают? Их Бак, что ли, навел? Надеюсь, если клад найдем, то тут всю долю. Пора уже платить. Это точно. Местных уже столько денег не стрясет. И шуток. Этих жалких ублюдков даже не стоит тратить время. Но с ними все же можно поразвлечься. Блять, нет. Ой, бать, здорово. Снова ты? Как мужик-то делает? Так не показал, блядь. Как мужик делает. Это не показал.
так и не показал, как нужно делать. Так и не показал, как нужно делать. Ладно. А, то есть когда я отвлекся, да, блядь, ты нашел меня? Давай нахуй. Нашел у меня, блядь. Устроились, слушайте. Выходи, выходи, где бы ты ни был? Угу. А чё ты съебался, блядь? Выходи, выходи, блядь. Если я иду к ним, они от меня. Это простое наблюдение. Тут ничего. А, суки. Блять, ну ты можешь потушиться-то нахуй. Все, все, тихо, 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 тихо. Дед, блядь. Да, блядь. Группа твоя. Поехали, девочки, блядь. Сейчас я сначала блутаю всех. Баб тоже нужны, знаешь, блядь, здесь. Да нахуй мне твое оружие, блядь, ты, блядь. Шо, let's go, нахуй. Потихонечку, блядь. Да нахуй мне твое, блядь, оружие. Давай его сейчас. Блядь, видимо, нелюбимая моя, да. Не самая любимая моя миссия, про которую я говорил.
Тут, кажись, кислота. Я туда не пойду. Блять. Блять. Так а что это чуть заебывает без формы? Ебать, кто это нахуй? Да? То есть у нас вот такая, да, телема пошла? У нас вот такая тема, да, пошла? Ну ладно. Раз такая тема пошла, let's go, блять. Тут, кажись, кислота. Я туда а, не пойду. А, заспавнили снова? Поехали, блядь. Блядь, сколько тебе нахуй? Тебе в броник что ли хуярю? А, здесь броника не будет, чешу. Спасибо, спасибо. Броника не будет, ты будешь шибать. Ну то ли. У меня броник был еще. Там полный. Бля, а чё, вас не дохуя тут? Блядь, заебали вы меня, нахуй. Пиздец, нахуй. Может мне броник, не знаю, в этой игре, потому что у меня был, блядь. Да, бронежилет в физере, прикинь, блядь. Ёбнешься, нахуй. Мне тоже, блядь. А нет, шучу, платит.
хорошо, ага. Нож теперь мой. Что он там? Та же дверь, что и раньше. Сезам, откройся. Ух ты, как просторно. Да. Мост накрылся. Должен быть другой путь. Ну, нахуй нам нужен, да? Ай, блин. Пахнет серой. Или это несет от меня? Так, ну давай, ебать. Да, конечно, так заберись хули. Похоже, я первый гость за сотни лет. Правда? Парень был совсем чокнутый. Наёмничество ещё. Да, я знаю, что сейчас будет. Думаю, вы тоже. Ох, сейчас будет охуенно просто. Вот ты. Бегом! Нет, 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 я хочу жить! Ну, вы поняли. Тебя нет. На этот раз нет. Ты нашел нож? Гробницу? Да, нож у меня. Я иду. Встретимся у меня. Ну, что думаю, давайте встретимся. У него. Ты нашел его. Ладно, давай сюда. Сначала Кит. Ладно. Он за дверью. Нужно отдать должное китаёзам. Когда они режут тебя, они делают это кроваво.
Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. О, Кит. Прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, Кит. Да? Обещаешь? Обещай мне. Да, кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь, правильно, по-мужски. А, да? Ты сказал, что мы сможем уйти. Не-не-не-не-не. Я вообще сказал, что Кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь. Мы выйдем отсюда! Выйдешь, когда я разрешу. Давай, бать. Возьму тебя окровавленным. Люблю мясо с кровью. Сдохни, сукин сын! Ты чего такой неласковый, а? Достал тебе. Джейсон, ты уверен, что он мертв? Все будет хорошо. Пойдем со мной, я знаю безопасное место. Пиздец. Охуеть, блядь. Охуеть, блядь. Что за безопасное место? Это интересно. Нравится больше морж, сказал Алиса. Ему, по крайней мере, было капельку жалко бедных устриц. Но съел он больше, чем плотник, возразил Траляля. Дейзи, Лиза и Оливер здесь. Теперь и ты. Постой. Не говори им об этом, хорошо? Ладно. Мир сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло. Ты еще отойдешь от всего этого. Я не смогу. Я найду Райли, и мы быстро вернемся в Санта-Монику. Райли мертв. Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Кит! Мне жаль. Кит! О, боже! Нет, Райли! Привет! Братан, что с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Они убили его. Вас и Хойт, ублюдки. Одного брата не хватило. Я их достану. Всех. Клянусь. Он такой, чего, бля? Чего? Джейсон, что случилось? Райли мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь просто тебе. Не приплетай сюда нас. О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ладно. Я буду прям здесь. Капец, да? Слышно по его, ну, комментариям, по его разговору, что он поменялся пиздец морально. Пиздец не поменялся морально. Так, ну давай тогда, окей, посмотрим с тобой. Музычку, собственно, мы включаем, да? Или она включена? Она включена. Let's go. Посмотрим, что там было дальше, и, думаю, будем заканчивать серию с тобой. Бля, за нее не будет авторских?
сзади дверь. Сюда! Идем! Да где же он? Давай, давай, держи дверь! Держи дверь! Йоу, Джейсон, сюда, сюда! Давай, давай, давай! Еще как! Обмазал! О, да, чел, да! Я проголодался, друг. Осталось сделать татуировку на лодыжке, и отпуск удался. Ты хочешь татуировку Янтру? Да. Я знаю крутого художника у станции Сиам. Ах да, народ, это Дук. Он тут диджей, вообще отличный парень. Эй, Дук! Эй, Дук! А Джейсон говорит, вы путешествуете да. по Азии? Бангкок – последняя остановка. Хороший выбор. Тут не соскучишься. Определенно. Ты в курсе? Что, какие дальше планы? Да мы так, плывем по течению. Вы это, у вас бабки есть? Да, яхту снять хватит. Этот чел может. Я знаю один остров. Там можно делать что угодно. Вау. Ладно, а что там с экстримом? Кайдайвинг? А-а-а, черт. Берете самолет и на парашюте прямо в рай. Вот это я понимаю. Прыжок наугад. Это рискованно. О, да ладно! Нет, это рискованно. Вылет завтра. Давай, соглашайся. Да что ты как тряпишь? Вот кто посоветовал, да? Нам вот подходит. Посоветовал. Мы должны прыгнуть. Мы участвуем. Ну и где этот остров? Вот кто посоветовал, вот кто посоветовал. Навык есть. Скажи, блядь, да когда ты откроешь-то мне? Ну смотри, половину мы с тобой уже прошли, в любом случае, поэтому... Кассирик, спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, не приятно. В принципе, все. Кассирик, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.